Йо, всем привет, Сео Ниндзя на связи, гуру-маркетолог, короче, там бизнес-тренер Сео Ниндзя, Сео-ментор Олег А снова на связи. И в этом видео я вам расскажу, как достичь финансового успеха, блядь, как стать миллиардером, турбо-мега, короче, и так далее. Практическое занятие для тех, кто решил заработать свой первый миллиард. Про миллион уже говорить не будем. Кто там думает там про инвестиции и так далее. Просто практическое занятие. Все настолько легко и просто. Цель этого мероприятия — воспитать в себе дух. Дух, который присутствует, ну, навык, который присутствует у каждого миллиардера, турбо, короче, там и так далее. Не будем считать вот этих всех там барыг, блядь, криминальников и так далее, кто там убил, отжал заводы в 90-х. А мы говорим про нормальных людей, которые зарабатывают своим интеллектом и зарабатывают там какими-то знаниями, умениями и прочее. И значит, вот вам практическое занятие. Кто сильный, самый сильный, дойдет только до конца. Как бы, и тот станет сильный духом, морально, там, короче, этим, блядь, финансовый дух, духовность свою повысит. Короче, суть такова. Берем три банки. Три, как бы, копилки. Могут это быть банки там литровые, могут там быть просто какие-то копилки прикольные. Как бы, и значит, задача. Пишем на банке, наклеиваем наклейки, пишем на бумажке, приклеиваем просто, например, там, для чего мы собираем эти деньги. Да, например, накапливаем. Это все ваши деньги, как бы, никуда их не надо отдавать, короче, там, инвестировать и так далее. Но можно сделать, кстати, я прочитал одну умную книжку. Блин, идея. Короче, прочитал одну умную книжку, но не одну, а одну из, там, из 500, которых вообще я прочитал. Я читаю такие умные книги, смотрю такой умный контент, видосики там и так далее. И, значит, одной банке мы напишем инвестиция, потому что деньги должны зарабатывать деньги, правильно? Для того, чтобы нам стартануть, как бы, в каких-то делах, нам надо иметь какие-то инвестиции. Для того, чтобы не быть рабом, не быть найманным проценником. Как бы, ну и значит, на первой банке пишем инвестиции, типа а-ля наше будущее. На второй пишем мы, там, например, машина. Да, там, на машину мы собираем. А на третьей пишем мы квартира, ёптую, блядь, вообще, на наклейке, на бумажке. И, значит, какая теперь задача, какая суть? Вот стоит перед нами три банки, и как воспитать в себе вот этот дух именно накопления. Потому что сэкономил, считай, заработал. Вот так, блядь, вот такая вот эта самая тема. Не надо идти, как, блядь, лох последний, типа а-ля на распродаже покупать все джинсы за трешку гривен, блядь, там, или за сколько, или за пятерку зелени, блядь, что-то покупать себе. Как бы, надо искать скидочки, подождать чуть-чуть, можно купить потом и так далее. Это одна из философий как раз богатства, богатых людей. Как бы, то есть, ну, не иду в штришки, не покупаю себе Audi, блядь, Q8 за 120 тысяч евро, потому что это же надо потом еще и обслуживать, и колеса менять, короче, и так далее. Ну и, значит, стоит у нас три банки. Какая задача? Каждый день мы должны в эти банки откладывать деньги, но по такому принципу. По такой сути. Первый день, сегодня первое число, допустим. Первое число. Ложим, кладем в эту банку каждую по гривне. Все, 1 гривна, 2 гривны, 3 гривны. На второй день, второе число, мы кладем туда 2 гривны. То есть в каждую банку по 2 гривны. То есть это нам уже надо иметь 6 гривен. Третьего числа мы в банку пакуем по 3 гривны. И так каждый день, какое сегодня число, в каждую банку мы должны положить столько гривен. Вот так. А лучше долларов. Опа, а кто самый мурчащий, кто самый богатый, блядь, тот может начинать не с 1 гривны, а с 10, вот так, блядь. Знаете, там 5 баксов, например, положил, а на следующий день там 10, например, вот так, таким образом. Ну и вот посчитайте сами, если, ну, в итоге, например, там, если там 31 число или 30, вам просто надо в день отложить всего лишь на все, там, 93 гривны, там, или 90 гривен, как бы, в банке. И, значит, все, сама суть, сложность всей этой задачи. Вам не надо каждый сразу положить в эту банку, например, можно сразу, правильно, там, посчитайте сами, сколько эта сумма, я знаю, какая эта сумма, получается, как бы, в месяц в каждой банке, ну, в одной такой банке, если так откладывать деньги, вы прикиньте себе сами, сколько у вас насобирается денег, на, ну, вот в конце месяца, вот в каждой этой банке, правильно, как бы, и именно сама суть этого, как бы, тренинга, вот этого, как бы, самого процесса, именно умение откладывать, именно периодичность, постоянно, то есть не надо, блядь, вольнуть туда в банку 1000 гривен там, или 100 баксов и так далее, успокоиться. Вы должны это делать каждый день,
в определенное время, в одно и то же время, например, вечером в 9 часов вечера, не знаю, ничего не должно вообще вас отвлекать, ничего не должно вас вообще сбить с пути и так далее, в 9 часов вечера вы должны в каждую банку положить такую сумму денег, какое сегодня число. Опа, ага, попробуйте, блядь, это во мне не это самое, не так просто на самом деле. И вот таким образом, как бы хотя бы месяц так вот протяните, как бы, ну вот так поделайте, как бы, но в основном можно уже определять успех этого дела через полгода. То есть на протяжении полугода у вас соберется вообще там как бы хорошая классная сумма. И вот, например, ну я не буду полгода, как бы 3 месяца, я знаю точно, был такой как бы эксперимент делали и так далее. Как бы, и значит, получается так, что вот эти деньги, например, которые инвестиция, да, вот мы собираем деньги, должны принести деньги. То есть мы уже насобирали какую-то сумму определенную и уже думаем, куда бы эти денежки положить, как бы куда эти денежки инвестировать. Потому что деньги должны приносить деньги. Это наши рабы. Деньги – это наши рабы. Это не цель наша, как бы заработать много денег, а деньги должны работать на нас, а не мы на деньги. Ну вот так, поэтому пробуйте каждый день откладывать сумму в банку, класть такую, как какое сегодня число на протяжении 3 месяцев. И тогда мы посмотрим, кто там, блядь, самый мурчащий, самый крутой тренер, там рассказывает, ходит на биг-форумы, шморумы, платит олени, блядь, по 2-5 тысяч гривен. Потом я спрашиваю, чем там рассказали. Говорит, ну, что-то прикольное рассказывали, как бы, и так далее. Поэтому, если вам надо еще всякие там приколы, читы, секреты и так далее, обращайтесь. Гуру, мастер, финансовый эксперт, турбо, короче, там какой-то еще пассажир. Олег А, SEO ментор на связи. Все, всем добра, не падайте духом, экономьте, учитесь экономить и учитесь откладывать деньги. Мы против марнотратства. Вот так. Все, всем добра, всем спасибо, пока.